У таких людей только три варианта. Умереть молодым, сесть в тюрьму или начать говорить. Брайан, для нас ты больше, чем сын. Мы с твоей мамой вложили в тебя все, что могли. Пошли вон! На что уставилась? На тебя. Мы не потерпим глупости, ясно? Да, сэр! Ты жалеешь о какой-нибудь? О некоторых. А ты что, о какой-то жалеешь? Наслаждайся, пока можешь. Я знаю своего сына, и длительные отношения не для него. Грегер! Грегер! Не на нашей Грегер! Американской земле! Ты лучше этих расистов. Я не знаю, что делать. Ты теперь семейный человек? Поговори со мной. Твоему отцу это не понравится. Джули! Джули! Стой, Джули! Я ушел. А что твои предки об этом думают? В этом деле нельзя терять концентрацию. Иначе упадешь прямо в кроличью нору. А что, если я сведу татухи, но все равно останусь куском дерьма? Ты можешь выйти, Брайан. Я помогу тебе. Ты не отвечаешь на звонки и не приходишь на собрание. Я даже не знаю, с нами ли ты. Я не знаю, что они сделают, но ты должна увезти отсюда детей. Тебе пора вернуться домой. Я не вернусь. У тебя нет выбора. Это моя семья! Ты еще дышишь лишь потому, что принадлежишь мне. Я не позволю им навредить моему мальчику. Но я так боюсь за этих девочек. Низ! Быстро все на пол! Сжечь эту землю! 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 Это правда то, что Дейзи говорит? Что ты плохой человек? Скин.